Марина, но мы его будили, он не просыпается. Как ты еще предлагаешь его будить? Ну, это я не знаю. Просто если Валюха придет, то ему сильно будет. Я знаю. Влад! Влад! Марина, что случилось? Давай просыпайся, ты в школе, скоро урок начнется. Соня, давай убирай свое барахло и садись на место. Я проспал. Да, проспал. Давай, давай, быстрее шевелись, уже звонок был. И вообще, Влад, если бы не мы, ты бы проспал. И вообще, с тебя шоколадка. Какая хорошо была шоколадка. Влад, ну ты и капуша. Да бери, одевайся быстрее. Хорошо. Влад, да быстрее. Да, встань. Добрый день. Добрый день. Добрый день. За выставка семейных фотографий у нас. Не знаю. Это мои фотографии, Валентина Ивановна. А что, нельзя? Можно, конечно, но это нужно делать отдельным блоком, день семьи, например. А сейчас снимаю, у нас я мало хотела сделать. Хорошо. А что это за внешний вид, Влад? Просто мама постирала вещи, я пошел в пижаме. Ой, Влад, вечер с тобой что-то не так. Я все понимаю, вещи постирала. Но почему ты в комнатных тапочках на уроке? Валентина Ивановна, это у него мода такая. Дарина, я тебя вообще-то не спрашиваю. Влад, я задала тебе вопрос, почему ты в комнатных тапочках? Просто я мозоль натер. У меня ноги сильно болят, и поэтому я так пошел. Хорошо, Влад, разберемся с тобой мы после уроков. А маме передай, что вещи нужно стирать на выходных. Итак, записываем тему урока. Ты везунчик. Я знаю. Денис, дай ручку, пожалуйста. Вот, держи. Отдавать не нужно. Спасибо. Слышь, Ватан, закрой рот, ты мне мешаешь. Влад, отвернись. Слышь, малой, не выводи меня, я сегодня злой. Итак, кто знает, почему лед твердый? Ну, потому что вода замерзает при минусовой температуре, и поэтому оно твердое. Все правильно, Дарина. Но по-научному это звучит чуть-чуть по-другому. Все вещества состоят из молекул. Молекулы находятся в постоянном движении, но при этом еще и притягиваются друг к другу. Чем ниже температура, тем крепче молекулы цепляются одну за другую. Ну а теперь пар. Как образуется пар? Потому что вода, точнее, солнце светит, да, и вода появляется. Нет, да, нет, да, нет. Да. Ребята, вы неправильно говорите. Чем выше температура, тем энергичнее движутся молекулы, и поэтому вода, когда исправляется, ну, умничка, что я могу сказать? Все правильно. Он не молодец, Валентина Ивановна. Он с телефона читает. Ничего не читает с телефона. Я это еще в детстве знала. Угу. Влад, ребенок действительно знает. Не надо так говорить. Возьми сам, дома почитай. В интернете вся информация есть. Продолжаем дальше. Что случится? Тю-тю-тю-тю-тю. Если все знает, заучка. Я не виноват, что некоторые люди родились умные, а некоторые глупые. Вода перейдет на этот очень. Очкалька. Валентина Ивановна, а Влад не мешает вас слушать. Ничего не мешаю, записываю. Пожалуйста, не мешай Денису. Если тебе не интересно, то ему интересно. А ты, Денис, меньше прислушивайся к ним, а слушай меня внимательно. Температура, при которой твердое тело становится жидкостью, называется точкой плавления. Температура, при которой жидкость становится газом, называется точкой кипения. Ну что у вас там такое? Валентина Ивановна, я это все надела, он вам врет. У него туфли под партой и штаны тоже. Нет, это неправда. Влад, что это такое? Ничего. А ну встань. Вставай, давай. А, значит, ты меня просто обманываешь, да? И с тебя все надо учить, в пижаме пришла. Нет. Все, звони твоей. Не надо, пожалуйста, не надо. Пусть меня пальцы выгнут, пожалуйста, не надо. Раслав, может быть, ты скажешь, я хочу быть футболистом, пожалуйста, не надо наверх, пожалуйста. То есть ты что, живешь в школе? Да, пожалуйста, не надо, не звоните ему, пожалуйста. У меня ремень большой, не надо, пожалуйста. На место, я не могу это оставить просто так. Пожалуйста, не надо, пожалуйста.
пожалуйста. Ладно, разберемся, все будет хорошо. Садись на место. Алло. Петр Филиппович? Добрый день. Это Валентина Ивановна. Вы знаете, что ваш Владик живет в школе? Хорошо, я ему передам. Влад, папа сейчас за тобой приедет. Валентина Ивановна, что вы сделали? Мне теперь капец. Да не переживай, это все будет хорошо. Ага.